цыганы шумной толпой бродили по Руси немало, и площадь возле трех вокзалов им заменяла дом родной. Но где б их ни прошел маршрут, сплошной поклеп им был наградой. Мол, дескать, тырит то, что рядом, а что не тырит, то крадут. Их обвинял и стар, и мал. Сдается только, что напрасно. Мне лично и без кружки ясно, кто всю страну разворовал. Но как при этом держат форс и не стесняются огласки ни Прохоров, ни Дерипаска, ни табор весь журнала Forbes. Взять с Украиной раздрай касательно транзита газа. Что ж, Ющенко цыган Каза? А Тимошенко Будулай? Неужто кочевой народ придумал слово ипотека? И разве замутил Олегу монетизацию всех льгот? Таких цыган полно в верхах. Причем один другого краше. Они цыганочку не пляшут. У них нефтяночка в руках. Им миллиард, а нам пятак. Как жить, когда все дорожает? А Кудрин до сих пор гадает. Закончен кризис, али как? Ромале. Цель сейчас одна у всех сидящих в этом зале. Чтоб здание не отобрали. А то придет нам ай-на-на. Колюнька, мальчик дорогой, в годину страшных испытаний возьми меня прекрасной няней. Хоть ты не Пушкин, ты другой, я буду за тобой смотреть, беречь тебя со страшной силой. Есть воровать кому в России. А ваше дело — песни петь.